В рамках реализации партийных проектов «Российское село» и «Выбирай свое» депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков и одинцовские единороссы Вячеслав Киреев и Алексей Солдатенко обсудили вопросы импортозамещения и осмотрели теплицы в Федеральном научном центре овощеводства в поселке Внеисток. Здесь селекционеры выращивают и формируют семенной фонд овощей для земледельцев всей страны. В теплицах выращивают многочисленные сорта огурцов, помидоров, перца и других овощных культур. Выводят и новые сорта. Как рассказал Алексей Солдатенко, российские ученые готовы в кратчайшие сроки заполнить российский рынок семян в том случае, если иностранные семеноводы прекратят поставлять свою продукцию в Россию.